БТР-70М, Украина. БТР-70М – один из вариантов модернизации советского бронетранспортера БТР-70? который был разработан Ксарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Аморозова в рамках Государственного оборонного заказа для оснащения миротворческих подразделений вооруженных сил Украины. Известны три модификации бронетранспортера, отличающиеся вооружением. БТР-70ТМ ⁇ стандартный вариант. В качестве вооружения сохранены 14,5 мм пулемет КПВТ и 7,62 мм пулемет ПКТ Боковые люки по типу БТР-80, БТР-70 к 2 Башня БТР-70 демонтирована Вместо нее установлен боевой модуль с 30 мм автоматической пушкой к 2 и устройством для отстрела домовых гранат В результате Высота машин увеличилась до 2765 мм. Боковые люки, по типу БТР-80. Работы по модернизации проведены в ХКБМ. Серийно не строился. БТР-70 «Гром». Вместо штатной башни установлен боевой модуль «Гром». 30 мм автоматическая пушка, 7,62 мм пулемет. 30 ММ автоматический гранатомет АК-17 и ПТРК-барьер с боезапасом в 4 тур. Боковые люки по типу БТР-80. Машина выпущена в одном экземпляре. Работы по модернизации проведены в ХКБМ. Кроме того, БТР-70М предлагались на экспорт. Украина. Около 20 модернизированных бронетранспортеров были поставлены в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду. Однако по результатам эксплуатации эксперимент был признан неуспешным и дальнейшее производство БТР-70М было прекращено 2. 11 октября 2014 года один из модернизированных БТР-70М, предназначенный для пограничной службы Украины, передали на Киевский бронетанковый завод, Северная Македония, поставлена партия машин. В конце 1990-х годов Министерство обороны Украины начало работы по темам ОКР «Привод-1» и «Привод-2», предусматривавшим возможность модернизации бронетранспортеров БТР-70 и БТР-60 Вооруженных сил Украины путем установки одного двигателя УД-20, значительный запас которых имелся на базах хранения. БТР-70М был разработан в начале 2000-х годов, в ходе государственных испытаний опытный образец БТР-70М прошел более 20 тысяч километров по суше и более 50 часов на плаву и после их завершения 31 октября 2003 года был представлен журналистам. Модернизация бронетранспортера БТР-70 к типу БТР-70М состоит в замене двух бензиновых двигателей ЗМЗ-4905 советского производства на один многотопливный дизельный двигатель 20 украинского производства. Двигатель выпускался ОАО «Пивден Дизельмаш». По результатам полигонных испытаний было установлено, что замена двигателей позволила уменьшить расход топлива, что на 25% увеличило запас хода БТР-70М в сравнении с БТР-70. В дальнейшем, ХКБМ предложила устанавливать на модернизированный БТР-70 двигатель 20 s 1 s